Антошенька, мы с тобой выживаем, значит. А Миша ж брат гнилая жопа. Ты абсолютно прав, мой друг. Вижу тебя. Говорит, сейчас ты в фургоне, Миша? Да, в фургоне. Можно я поздороваюсь? Да, здоровайся быстрее. Всем здорово, чувак! Оу, е, всем здорово, чуваки, с вами его... Блять, какой нахуй оу, е, побежали, короче. Да, Антон. Хватит радоваться синеве за 5 рублей и верить пустым словам. У тебя есть выбор. Давно пора напомнить всем, что такое качество и честность. Мы предлагаем прозрачную ленту, розыгрыши призов и инвентарь ботов с крутыми пушками на 600 тысяч рублей. JustCase.net. А ты уже окупился? Любители CSGO получают бонусы по ссылке в описании. Вечер в хату, бандиты! С вами Квантум, с вами Мехакер, и с нами сегодня Кратос. И, ребят, это зомби-режим в CSGO. Привет, ребятки! Оу, oh, yeah. Да, ребятки, всем привет! Ни хрена себе ты вытянул. Так, Антон у нас маньяк, а мы с Мишей выживаем. Все, в принципе, как я всегда. Я маньяк, я вас убью. Тара-та-та. А у тебя? Нет, Антошенька, ты нас не убьешь. В принципе, у меня есть... Мой ржавый нож хочет твою попку! Миш, придешь ко мне? Иди сюда. А где ты? Миша. Где ты? Иди сюда. Ага. Иди сюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Заходи сюда, сюда, сюда. Ага. Сел, сел, сел. Левей, левей, левей. Рушу. Миша. Выпускайте меня. Ага. Проходи сюда. Все, сидим здесь. Я ништяк. Вышел, мои маленькие. Он вышел. Мои хорошие. Сосать сосатку, Антоша. Мы в самом безопасном месте in the world. Ты понимаешь? What the fuck? Давай так, так безопаснее. Будем себя в комфорт чувствовать. Ты уверен, Данил? Чё тут? Чё такое? Твою мать. Данил, ты чё? Ты безумец. Антон! Да, Данил. Чё ты делаешь, Данил? Не топайся! Да мне же убежать-то надо, Данил! Бежать, Миша. Рука, Данил. Ах ты мудила. Тихо, Миша. Так, тут где-то граффити. Да чего тут так? Где-то граффити? Интересно, где же граффити? Тут коронка, окей, значит, вы где-то здесь. Значит, мы на каком этаже? На первом. Нет, Антон, ответ неправильный. Ответ отрицательный. Стрит. Давай граффити, мудила. О, бля, в окно залез. Тихо. Сучки, так, окей, вы меня с окна не видели, я сейчас Шерлока врублю, я Шерлока пересмотрю, давай, я сейчас его включу. Давай, я сейчас... Шерлока. Ты включишь нам сериал прям? Да, давайте, да, та-та-та, блин, забыл писать. Данил, ты чё, блядь, прыгун космический? Придурок, это ты сделал, что ли, или он? Нет, это не я сделал. Идиотина, блин, сделал, яйца стрелить, да, блин, тебе я сделаю. Да это я сделал, я шучу. Ну ты дурачок, я испугался. Вернись обратно. Вернись обратно в комнату, Антон. Так, да я не успел же убежать, Миша. Тихо. Данил, блять, ебать, ты прыгаешь. Алло, давай без матов тут, не сквернословьте, мистер. Я сказал, а что я сказал? Я ничего не говорил. Бля, смотри, даже не замечает уже, мудила. Миша, оставляй быстрее, залазь обратно сейчас. Ну ты дубина, Миша, быстрее лезь сюда. Все, я сделал. Я не понимаю, где вы? Откуда вы граффити оставляете? Миша, ты гонишь? Чё? Это же небезопасно. Данил. Да. Он прям под тобой. Иди в комнату с телевизором. Ну, я тут. Посмотри на картину. Ах вы сучки! Ладно, еще одно граффити. Последнее. Я его даже не слышу. Все, я оставил. А почему мое старое граффити стирается? И даже твоя коронка стерлась. Я, да в смысле? Смотри, он ножом ударил, оно исчезло. Слишком много граффити. Не круто. Сосать сосатку. Данил, победа, Это победа. 10 секунд, я вышел. Мне это пофигу, сучка. Данил, вышел, Данил. Ты придурок. Он вышел. Надеюсь, не есть куда бежать. Я не понял. Кто по потолку бегает? Тихо! Ты про меня чуть не забыл. А чё ты не забежал сюда? А как отсюда выйти? Вот. Окей. Только если что, я сюда первый, ты иди в сорокельник. А куда это ведет? Вы охренели? Вы где? Миш, приди в гараж. Как ты успел туда убежать, мать твою?
Ой, зашел он, зашел. И че ты зашел? Маньячок, жопа, скулачок. Так, подойди, погоди. Я найду, как туда залезть. Как вы на крышу попали? Ну, Миш, это вход через второй этаж. Чего? Ты шаг тебя нюхал. Да нормально же все. Ты придурок. Я на втором этаже, Антон. На втором этаже, Данил? Чё ты совсем что ли Данил, так, погоди, а где ты был, Данил? Как ты на крышу попал? Я пытался убежать. Мать, ничего не вышло. Миш, там подсказку. Немо. Так. Значит, аквариум, да? Где же ты, Антошка? Почти, почти, Миша, почти аквариум. Почти беспалевный, Антон. Сука! Я тебя застрелю! Я тебя застрелю тогда. Это я тебя застрелю, потому что я тебя застрелю. Иди сюда, Антон. Ладно, ладно. Давай. Нечего. Что ты хочешь мне предложить? Что ты хочешь мне предложить? Понятно. Нычку ты мне хочешь предложить. Что? Как ты туда за... Почему я не могу туда зайти? Как ты сделал? Надо бежать, Антон. Антон. Ай-яй-яй-яй. Ты опять сюда убежал, да ты офигел. Чё? Почему телепорт не сразу срабатывает? Иди нахер! Иди нахер! Лошара! Антон в дверях заблудился. Ну это они стеклянные, они непонятные, Миша, иди нахер. Нет, Антон, я не пойду туда, это ты туда пойдешь. Иди сюда, Антон, иди сюда. Миш, я тебя прошу, по-братски просто, эй. Да, давай. Иди сюда, Антон. По-братски сядь на нож. Нет. Ну чё ты? Иди сюда. Сука. Можешь 3 минуты убегать. Не могу, не умею, я ж не Саня. Да, ты точно не Саня. Сука. Твою мать. Антон. Миш, давай не будем. Миш, ты же... Все, Антон, время вышло. Даниил, бежим. Давай. Бежим. Антон, будь здоров. По-моему, это что-то. Это что значит? Куда-то. По-моему, это надо туда вот, Данил. Да? Ну давай. Нет, в принципе, да, это правильная идея, но. Погоди, видишь, что с этой штукой? Что-то лагает, да. Ничего нет. Да ладно. Ничего нет. Твою мать! О, все, меня выпустили! Е-бой! Он уже выходит? Ой-е. Он уже выходит. Мишенька, я выхожу и прям... Опа! И прям у чё? Тебя большая жопа! Вот это мне нравится, вот это вообще неожиданно! Антошенька! Данюшенька! Я видел твои лапы, я видел твои лапы! Чё ты в стену ко мне лезешь? Уйди, я да брысь отсюда! Лапы. Кому ты врешь, мудила, ты... Стоять! Вот знаешь, мне тараканы напоминают какого-то. Погоди! Это что за хрень была? Какого хрена? Как... Данил, если ты придешь ко мне, будет круто. А вот теперь тебе жопу мудила, я тебя сейчас найду. Я тебя сейчас найду. Где ты? А ты сможешь скоординировать? Я к тебе приду, это что, я фавикона по карте не вижу. А вот это плохо, потому что я тебя не смогу скоординировать. Давай еще Антон, одну граффити. Антон был пипец как близок только что. Просто в миллиметре от разгадки. А ну граффити еще, давай одну. У меня таймер, Антон, таймер. Ну я подожду. Он сидит в шкафу, не слушай его, Данил. В этой комнате нет шкафов. Антошка. Граффити, давай! Нет, быдлошка, я тебе не верю. Я ушел с комнаты. Антон, я видел, что ты в шкафу, не надо тут мне. В каком шкафу, Миш? Тут нет шкафов. В книжной полке, Антон. Нету книжной полки! Ты только что вылез из нее, ты чё? Такой балабол межгалактический, у меня просто везде уши свои. Вот мудак, сучка. Погоди, ты же там прятался, Антон. Ты пипец как был близок только что, Антошенька. Я не понимаю, где ты? Мне кажется, он в доске. Данил. Ять!
Верное решение. Данил, верное! Продолжайте следовать ему! Иди сюда, моя маленькая жертвочка. Маленькая тушка. Ага, ага. Твою мать! На тебе в пятку. 8 хп! Че с тобой делать? Миша, мне жопа! Это плохо. Че с тобой делать? Давай. Миша, родной, мне жопа, все, 8 хп. А, то есть ты не умер! Это крайне перескорбно. Данил, беги! Жопа, все, это жопа. Нет, ты еще живешь, Данил. Я просто угораю, бегаю и угораю. Сашка! Умная змеюка! Данил! Да, Миша! Ты! Просто! Красавчик! Че стало, Миша? Ты меня подставил! Антоня умная змея, я позвал, обидно так-то. Он идет просто по пятам. Потом умудило. Миш, ты спрятался хотя бы? Ну, я не знаю, мне кажется, он видел меня. А можно хп подкинуть? Нихера себе, через шкаф можно залезть в дверцу. Ты мудил, ах ты, Миш, мудил. Ты видишь его? Наверх, Данил, наверх! Бегу, окей, тихо. Зимущая блокада! Дверь открыта, да? Вот ты мудила, Данил. Мы сидим там же, где в первом раунде, Антон. Вот вообще нечестно, я не знаю, где это. Чем мне так очко? Скажи. Зайди в комнату с телевизором, Антон. Нет, не пойду туда. Вы опять в той ночи не прикольно. Ну зайди. Нет. Не надо в гринскрин тыкаться. Блять. Эй. Он что-то знает. Полегче, бро. Данил! Да, Миш. Что это было? Я не знаю, Миш. Но если сейчас не закроется, мне жопа. И чё это такое? Как это закрыть? Что это было, Данил? Где мы есть? Что закрывается? Я понять не могу. Она закрылась, Данил? Я не знаю. Она не закрылась, и он ее не видит. Да сука, закройся! Она не закрывается, он её не видит. Не понимаю, закрой. Встань, Данил, встань и стоя это сделай. Может, она просто прозрачная? Он брешет, я только что перед ним выпрыгнул. Либо он кончено слепой, либо я не знаю, что с ним. Я не вижу вас. Может, она просто прозрачная, Данил? Не прыгай больше, блядь. Я не знаю. Я это видел, блядь, это было странно. Миша, посмотри, видно или нет. Нет, я не видно. А где ты сейчас? Я там же. Я знаю, что ты там, но я тебя не вижу. Ну, типа, ты далеко же ушел куда-то. Давай опять в той нычке неприкольно. Как ты это делаешь, Данил? Ты стрелял? Окей, тебя нашли. Антон, ты понимаешь, посмотри туда, в ту дырку, видишь тут? Что? Олень! Что? Так вот куда ты делся? Я улетел, Миша, да! Ты его захерачил? Он что-то умер, приуныл. Смутило. Я смотрю, такой Антон с неба падает, что за хрень? Блин. Ой. Данил, он знает про это место? Я знаю про все места. Не знаю, знает ли он о нем. Ну попробуй, испытай. Ты меня так сейчас напугал, что с неба свалился. Чё? С неба свалился? Тихо, не стреляй! Вы в курсе, что я выхожу сейчас? Так, псы, кто это делал? Мудила, Данил. Кто это делал из вас? Не надо, блять, Антон. Данил, побежали. Побежали. А чё я опять, Антон, маньяк? Я не понял, я выиграл. Антон, я видно? Давай. Тихо, нет, смотри, вообще не видно. Сидим, ты понимаешь, Данил. Видно будет. Видно, а видно. Все нормально будет, Данил. Да видно будет, я вас убью. Если Данил, вы мне, конечно... 7 секунд выходит. Данил, только не двигайся сейчас. Я думал, вы перед дверями будете сидеть. Блять, мистер Беспалевности, нахуй. Вы сейчас серьезно? Это дети, цветы жизни, а не вы, блять. Почему ты Данила не убил? Он меня и так убил. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты что тут делаешь? Я слушал вас, Антон. Ой, а чё вы, Антон, лагаете немножко? А чё, Данил ломает игру? Я вообще-то смотрю, ты убегаешь, Миша, тебя убивают. Не режь меня, у меня 100 хп! Блять, я сказал, ты не режь меня! Сучка!
Отдавай теперь свой пистолет. Я надеюсь, вы готовы, потому что я уже вышел. I'm ready. Мои сладкие. Чё ты вокруг? Чё ты вокруг грузовика ходишь, мудила? Нас там нет, Данил. Я не наверху, Данил. Как ты, мудила? Я не возле забора, я не в тачке полицейской, нет. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя, сейчас кто-то с дюлятора выгребет. Я не там. Антон, кажется, он что-то знает. Лучше сядь, Антон. Ебать, ты ему прямо в голову настрелял. Мудак. Ты куда делся, сучок? Реально, Антон, ты куда делся? Ёб твою мать! Иди в сраку, как ты себе нашел вход? Иди ко мне, мой маленький. Миша, помнишь то, о чем я тебе говорил? Антон, ты, блядь, Миша, серьезно? Я чуть тебя спалил? Ты меня типа не видел. В смысле, Миша, где ты был? А ты где, Антон? Он тебя не видит? Я убежал, блядь, без палевности. Он тебя не видит? Я убежал, а ты где? Миш, только не говори, что ты надо мной сейчас. Нет, я сзади от тебя. В смысле? За стеной. Где? Как за стеной! Выходи оттуда и налево. Уверен, что... Какой еще вы стеной? Вы что, охренели? И налево. Ты слышал? Как он оборвал свое слово? Да, и что попутали? Антон, сейчас будет краться. Ну где мудилы? Говорите быстро, где вы есть. Антон, давай теперь туда. Нет, наверх, дурак! О! Хорош! Бля, я хотел так сделать! Сучонок, это моя идея! Вы, сучки, где вы есть? Тихо, Антон, бля, ты пиздишь идеи похлеще, чем кофе, ёбаный в рот! Чё? Сильно, где вы есть? Вы чё, охренели, что ли? Я с вами полностью солидарен! Чё, сука, залезь, Антон, только кот курица, если что, окей? Окей, да. Кот, курица, петушок, я вам донесу сразу, моменталочкой просто. Кот, курица, Миш. Где второй? Внимательно слушай этому диву. И не выбегай, а то он, сука, все мониторит. Блять. Блять, Миша! Это второй. Не надо, Миш, Данил. Беги. Не надо, Данил. Миша, беги, пожалуйста. Бля, я не убежал. Миша. Антошенька. Ты хочешь. Ах, ты теперь его никак не достанешь, кроме как пистолетом, Данил. Сучка, он свалил с дерева. А, нет, он на дереве. Нельзя, Данил, нельзя пистолет. Можно туда попасть? Никак нельзя, да, Антон? Миш, как думаешь? Чё получил? Дурацкая ветка прозрачная. Он разбился, что ли, об ветку? Премия Дарвина. Иди нахер мне. Антон, моменталочкой просто. Премия Дарвина улетает к Кратусу. Я вышел. Мои маленькие, любименькие, вкусненькие жертвочки, где вы есть? Ты хочешь, я знаю, что здесь? Нет, Антон, меня там нет. Миша, ты заныкался? Вау! Ну, такое. Вот это ныка! Ты телепорт нашел? Тихо. Нет. Чё ты нашел, Антон? Ничего не нашел, это будет зависеть от того, кто со мной будет прятаться в следующем раунде. Фигню ты нашел по-любому. Мудилы, где вы есть? Вы чё, опять в своем месте мне интересно? В каком? Которое я зайти не могу никак, потому что не знаю, кто пробраться. Так, стоп, эсти. Вы что творите? Ладно, я тебе дал шанс, Данил. Я тебе дал шанс просто. Знаешь, просто шанс один на миллион. Просто понимаешь, просто шанс. Да, это не шанс, это не шанс. Это шанс, если че, Данил умер. Окей. Где? Я слился. Миша, где ты есть, мудила? Скажи, дай подсказку по-братски, а? Я вижу черноту, блядь, больше ничего не вижу. Миша, тебе капели для глаз выпишу. Хорошо. Мудила такая. Ну просто если я скажу ему, что я вижу лейку и газонокосилку, это сразу пиздос. Дурак. Я просто тебя слушал, Миша. Вас защит, объясните мне, месье. Да, блядь. Ёбаные стоп-сигналы. Как это, что где-то, блядь, был? Мудила! Быстрей.
Нет, Данил, тут главное не торопиться. Нет, я понял. Типом поджидаю. Сучки. Минута. Что ты? Не надо, блядь. Страшно? Да. Утапок. Иди сюда! Иди сюда, я тебя трахну! Где ты? Он научился в эти двери ходить, Миша. Миша! Come to me, my friend! I kill you! По-моему, это была фатальная ошибка. Чё ещё скажешь, Антон? Сучка! Он в яму провалился! Он в яму провалился! Давай, давай, давай! Давай. Есть! Нет! Бля! Стой! 10 секунд! Стой! Бегай по кругу! Нет, Антон! Миша, стой! Миша! Нет! Да, бля! О, просто, я не знаю, как мне повезло.